Давайте вместе скажем «Слава Богу». Слава Богу! А можно еще громче сказать «Слава Богу»? Слава Богу! Аллилуйя! Смотрите, мы когда просыпаемся, я думаю, что каждый из нас что-то должен увидеть в каждом новом дне. Начался новый день. И он для многих, конечно, начался уже очень давно. Для кого-то, возможно, он и не заканчивался с вчерашнего дня. Но то, что произошло сегодня, это точно произошло. Произошло великое событие. Мы вчера тоже с вами молились и чествовали еще одного именинника, но то, что произошло сегодня, с этим ничто не может вообще сравниться и никогда не сравнится. Это то, что милость Господня, она вновь посетила нашу землю. Почему, братья и сестры? Потому что все мы с вами проснулись, все мы с вами уже готовы славить нашего Господа Иисуса Христа. Я думаю, что каждый из нас уже приготовил свое сердце. И хотя мы знаем, что Бог наш очень сильно возлюбил нас так, что отдал Сына Своего Единородного, мы должны понимать, что Бог наш свят, и ничто нечистое туда не войдет. И поэтому Бог и дал нам вот эти слова веры, чтобы мы, будучи питаемыми этими словами веры, могли назидать самих себя и понимать, кто пошел за нас умирать, что Он сделал для каждого из нас. Я хочу, чтобы все мы с вами сегодня прославили Его всем своим сердцем. Надеюсь, псалом, который мы сейчас будем петь, он знаком для вас. Поэтому поддержите, пожалуйста, нас вместе. Прославим Господа. Yeah.